Всем привет, я Дмитрий, вы на канале «Китай не прогадай». Я в Китае, город Иу, еду на рынок Футьен. Погнали вместе. Про Иу можно говорить много и хорошего, и плохого. Если про хорошее, то здесь огромный выбор, огромный ассортимент. То есть, если нужно что-то быстро посмотреть, какие-то новые подчеркнуть идеи, сделать какие-то квотации, какие-то цены, то welcome to Иу. То здесь за один день можно пройти очень много павильонов, лавочек, товаров, вот, и сэкономить кучу времени. Очень непросто пережил ИУ рынок Футьен пандемию коронавируса. Я здесь впервые после коронавируса, и я знаю, что здесь прям сдуло ветром в буквальном смысле всех иностранцев, вот, остались только наемные китайцы. Вот, из-за этого рынок пустой. Продавцы, ну, я слышал, что они жалуются, нервничают, закрывают магазины. Короче, бизнес плохо у них идет. Вот, ну, сейчас посмотрим, увидим, как на самом деле ситуация обстоит. Я на рынке, он большой. Наш этаж 5-й или 4-й. Сейчас зайдем, найдем ворота. Здесь организованная теперь... Заход, нужно с масками, мерить температуру, отмечаться. Все как в аэропорту. Здесь всего 5 дистриков, и на каждом дистрике, в каждом районе есть около 20-30 ворот. Также ворота есть, ворота 1А, 1Б. Вот. Сейчас все это закрыто, вот такие желтые вот решетки. Есть общий централизованный вход. Здесь меряют температуру, записывают данные паспортные, регистрируют, особенно иностранцев. Ну, сейчас я эту регистрацию буду проходить. Меня не пустили на обычном входе, централизованном. Не считают здесь иностранцев за людей. Послали меня, в общем, на южные ворота. Здесь, видимо, есть какой-то полицейский контроль усиленный. Почему-то китайцы считают, что это проблема коронавируса иностранцев. Они именно их жестко контролируют и предъявляют всякие проверки, просто, ну, там, залазят в трусы практически. Хотя эта болезнь пошла из Уханя китайского. Такие анкеты я не заполняю даже в визовом центре. Ну, настолько какой-то, столько формальностей, абсолютно половина уже ненужных. И неприятно. Людей вообще нету, кроме продавцов и их детей. Пустой рынок. Аренда одного места где-то 30-40 тысяч долларов в год. Но когда нет торговли, я думаю, долго они не просидят, эти продавцы. Вот, пустое, все пустое. Никого нет. Вот, а у этих ребят торговля, видимо, уже не идет никак. Закрыты они. Ты же фанкайма, а же ити, да? Канара ити, да. Ити, да? Окей. Тоже, видишь, нам вот это отдельно нужно потом. Это разные, поэтому... Это, кстати, пластик, он мне сказал инженер. А я думал, это резина. Вот видишь, у него эти есть следы литника. Обошел весь этаж, не смог найти то, что мне нужно. Сейчас с 5-го района переехал в 3-й дистрикт и здесь поищу. Порой затрачиваешь столько много времени на какие-то действия, что понимаешь, время дороже и нужно искать другие какие-то варианты. Например, покупать у посредников на Алибабе. Вот, возможно, это лучший вариант, чем ездить по всему рынку ИУ, пытаться что-то найти. Все в хаосе, все в таком беспорядке. Вообще ворота все закрыты. Нужно искать где-то общие ворота для иностранцев именно. Вот, опять регистрация, опять хлопоты, вот эти формальности. Посещение мирового рынка Футьен в городе ИУ с точки зрения здоровья было полезным. Я прошел почти 11 тысяч шагов. С точки зрения самого товара оказался безрезультативным.
Из 10 изделий, ну, 2 я нашел, по которым у меня и были цены, и были образцы получены. Поэтому я понял, что хватит тратить время, нужно делать свои пресс-формы и производить на них свои вот эти маленькие детальки. Но, чтобы этого понять, пришлось потратить целый день сегодня. День подходит к завершению. Я возвращаюсь в Нинбо. Спасибо, что были со мной. Всем пока!